Наша история начинается в деревне Дельск, где проживает мягкий и чрезвычайно находчивый тряпичный народец. Именно здесь и живет наш герой Сэкбой. И у него сегодня будет очень странный день. Эй, а ты знаешь, что бутик Зум-Зума открыт? А у тебя как раз полно лишних коллекционок. Принарядись по-королевски. Зачем быть тихой мелодией, если можно целой симфонией? Ла-ла-ла-ла-ла! Ой, удачи твоим ниткам. Этот век сочиняет здесь всякий хаос и беспорядки. На бананы наши зарятся, точно говорю. Фигу ему, а не бананы. Потом еще есть прыгобанки, которые напрыгивают на жертву, а также телепортирующиеся портклайдеры с бесконтрольной пространственной транспрыгацией. Охрана, взять его! Ах да, они же уволились, потому что я им не платил. Знаешь что? Помоги избавиться от этого паразита Векса, и мы квиты. О, посетитель! Добро пожаловать в Звездный Перекресток. Главный галактический порт мира творчества. Я неагрессивный обладатель могучего интеллекта. Если кратко, Наоми. Вот они. Работают как пчелки, вне себя от счастья. Правда, чтобы закончить работу, им понадобится охладитель. А лучший охладитель — это чистый, горный воздух.